три восьмерки. В серийном номере у банкноты 5000 тенге, который лежит на байковой поверхности 14 мая. Причем две первые восьмерки расположились в самом начале серийного номера слитно, а между второй и третьей восьмерки расположились единичка, то бишь вторая и третья восьмерки входят в состав зеркальной цифры 818. Восьмерка – это число силы. Энергетика силы получает усиление в 3,7 раза. За счет того, что сначала получается две восьмерки они слитно расположились. И еще восьмерки участвуют в трехзначной зеркальной цифре.